Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь на Клязьминском водохранилище, санаторий Клязьма. Здесь проходит мероприятие «Пир». Это Подмосковье, Москва. Подмосковье, в общем, где-то 25 километров от города Москвы примерно. Здесь уже третий день. Вот, проходят мастер-классы, тренинги. Это слет бизнес-тренеров России. Очень интересно, содержательно. Очень много разных гипотез, отношений, подача разная у людей. И очень много чего для себя подчерпнул. Познакомился лично с Радиславом Гандапасом, с Андреем Левченко и с Марком Кукушкиным. То есть прям этот, если посмотрите в Инстаграме, есть фотография, где мы там сфотографировались. И что хорошо, с такими людьми здесь можно соприкоснуться, с ними можно, ты с ними живешь, что ли, в одной гостинице, ты завтракаете вместе, там ходите на тренинги вместе. Это очень интересно, когда тренер сам идет на тренинг другому тренеру. И посмотреть, как он себя там ведет. Вот, и для себя очень много чего взял, потому что при личном контакте ты берешь больше каких-то поведенческих вещей, ты что-то больше понимаешь. И вчера был вечер, где разбирали пары, и то есть семья и бизнес, и посмотреть, как человек относится к своей супруге и как они между собой себя ведут, да, и доверяет он ей, как они разговаривают. И вот настолько были такие откровенные разговоры, что я для себя взял некоторые моменты, на которые раньше я не обращал внимания, да. Вот, так что природа здесь очень крутая. Единственное, прохладно, да, то есть сейчас какое там сентября, 4 сентября, и здесь достаточно прохладно, потому что вот, ну, в Бобочке, и ветер здесь холодный, и от самой воды холод идет. Санаторий хороший, и очень хороший санаторий с бассейном. Тут, правда, в бассейн некогда ходить. Все разбито на модули, на по 45 минут, и ты ходишь как в университете на пары здесь. Очень потом Цукер здесь выступал, да, честно говоря, до этого я его не знал. Очень грамотный мужчина, у него ДЦП, по-моему, и он прям ученый. И тоже из прямых продаж, вообще с рынка продаж я ушел уже давно, и сейчас я понял, что эволюция продаж пошла дальше, да. То есть если мы были какие-то этапы поэтапное развитие продаж, то сегодня уже это четвертый этап, который мы наблюдаем в развитии. Поэтому очень интересно. Лидерство сдвинулось тоже сегодня. Радислава смотрел, очень много новых вещей каких-то он дает. Интересна сама подача, неформальная подача, как он. Вот. С Левченко познакомились, оказался очень добрый, душевный человек. Почему? Потому что было какое-то соприкосновение душ. Как-то очень открыто и по-доброму человек дает советы, и причем он дает их такие содержательные, короткие, и прям то, что тебе в точку нужно. Вот. Вот и все, в принципе. Так что всем пока. Обзоры еще будут. В общем, смотрите в Ютубе, ставьте пальчики вверх. Так что пока-пока, пойдем дальше учиться.